Этого новосела алматинского зоопарка, вальяжно расхаживающего по клетке, сегодня впервые вывели в экспозиционный вольер парка. На территории зверинца он появился всего 3 недели назад. Сотрудники зоопарка всячески балуют его, чтобы хищник мог как можно скорее адаптироваться. В зоопарке рассказали, что полуторагодовалого амурского тигра подарил житель Астаны, который пожелал остаться неизвестным. Он только обозначил время и место, в котором оставил зверя. Забирать тигра сотрудники алматинского зоопарка ездили в столицу. Ну, как мы поняли, да, тигр жил у него, но человек не представился, мы не знаем, кто это. Обусловились вот взять тигра, когда киперы приехали туда, никакого человека они там не встретили. Они встретили там тигра. Это люди, которые были обычно, они посадили его в машину и вот привезли в город Алмату. В зоопарке также рассказали, что это первый крупный дар, сделанный зверинцу Алматы. Напомним, что месяц назад здесь объявили акцию по приему краснокнижных животных. Чаще всего в зоопарк звонят с просьбой пристроить кроликов или черепах. На сегодня это уже 6-й тигр алматинского зверинца. Ранее здесь после продолжительной болезни умерла всем известная тигрица Куралай. Нового обитателя поселили в одном из просторнейших вольеров зоопарка. Тщательно осмотрев тигра, ветеринары пришли к выводу, что до этого зверь содержался в очень хороших условиях. Здесь ему сделали все необходимые прививки, но имени у тигра пока еще нет. Поэтому администрация зоопарка объявила конкурс в социальных сетях на самое оригинальное и красивое имя, которым его назовут уже в сентябре этого года. Жанна Тайтенова, Мурат Тайжан, телеканал Алматы.